Привет. Подсмотрел тут прикольный способ, как подогнать цвет текстуры под какой-нибудь референс. Вот, допустим, имеем текстуру кожи, такую оранжевого цвета. И, допустим, есть вот такой референс. И надо подогнать текстуру, ну, цвет текстуры под вот цвет вот этой куртки. Берем, допустим, кусочек какой-нибудь участок этой куртки. Коричневый. Я очень крутой пользователь фотошопа. Вот, теперь выбираем этот слой с текстурой, выделяем его. Здесь ищем Match Color. На русском, наверное, это будет соответствие цвету. Вот. Выбираем наш проект. Вот он. Untitled 1. И выбираем с референсом, с этим кусочком, Brown слой. Вуаля, готово. И можно покрутить эту тему. Вот, или, например, вот черный кусок. Черная кожа. Выбираем проект и слой черный.